Що ж, друзі, сьогодні говоримо про театр. В нашій студії вже перший гість – це Микола Кравченко, актор та театральний режисер, художній керівник Миколаївського художнього російського драматичного театру. Вітаю вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Миколаївську публіку просто зараз так от трясе, тому що всі хочуть потрапити на фестиваль «Хомолюденс». Що цікавого, в чому особливий цьогорічний фестиваль? Ну, вы знаете, каждый фестиваль, он своеобразный и по наполнению, и по тем спектаклям, которые привозят наши гости. В этом году есть некий такой общий формат спектаклей, которые характеризуются такой яркой театральной условностью и метафоричностью. Вот вчера у нас был Днепропетровский муниципальный молодежный театр, у вас программа молодежная, да? Да, конечно, поэтому надо каждое слово молодежное. Молодежный, вот так, да, театр был, который называется «Верим». И вот они показывали «Доходное место» по пьесе Островского. И когда я увидел декорацию, вот открылся занавес, я увидел декорацию, ну, господи, что же они будут делать вот с такой метафорой театральной, вот с такой декорацией. У них на сцене было 6 штук таких больших счеты. Вот знаете, такие счеты, которые кисточками, просто большие кисточки, вот такой вот с два кулака. И я думаю, каким образом они выйдут из положения, чтобы эта декорация являлась и действующим лицом, и каким-то символом того, то что происходит не на сцене. А да, да, участник. Да, не просто, допустим, каким-то интерьером. Хотя интерьер это тоже, если брать, допустим, исторический спектакль, он тоже требует особого подхода и в решении цветовой гаммы, допустим, в решении там мебель, люстры, если это историческая какая-то постановка. Вот. И очень-очень хорошо ребята сработали, потому что в конечном итоге к концу первого акта, к началу второго акта я уже не замечал, это было такое необходимое составляющее всего спектакля. Хотя, казалось бы, ну вот декорации просто счеты, и они двигаются по сцене, их актеры двигают, они меняются, конфигурация меняется. Надо бы из разговора замечать, у кого что есть, кто на что надеется, коли сейчас не так веду, чего не имеет ли. Уж сейчас видно из разговора, кто каков человек. А вот твой, Жадов, что с тобой говорит, когда вы одни остаетесь, а? Ну уж, Юленька. Вот хоть сейчас голову на отсечение. Ничего не понимаю, что он говорит. Сожмет руку так крепко и начнет говорить, и начнет чему-то меня учить хоть. Да вот чему же? Да уж право, Юленька, не знаю, что-то очень мудрено. Но тебя! Да погоди, может быть, я вспомню. Вспомнила! Какое назначение женщины в обществе? Про какие-то там еще гражданские добродетели говорил. Ой, я уж и не знаю, что это такое. Нас ведь этому не учили. Нет, не учили. Таким же образом и отличается вот какой-то характерной такой условностью спектакль, который показывал Мариупольский театр по пьесе Гоголя. Вот. И «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот. Тоже была очень яркая такая театральность. То есть сегодняшний фестиваль отличается отсутствием бытовых спектаклей. То есть вот такой реалистический спектакль, где все по правде, а если говорить на театральном языке, по правденке. То есть все правильно и все достаточно скучно. Здесь очень-очень много находок актерских, режиссерских. Но это вот некая динамика развития театра вообще, которая характеризуется в последние 10-15 лет. Thank you.
Театр – это любовь, театр – это мир, театр – это философия, театр – это те вещи, это то явление, которое действует на человека благотворно. Театр не может вызвать агрессии. Театр может только заставить человека задуматься, заставить человека жалеть, понимать и слышать другого человека. И я вам скажу, этот фестиваль, по большому счету, ведь фестиваль как называется? Фестиваль Homo Ludens международного черноморского клуба. Вы знаете, что есть такой черноморский клуб, деятельность немножечко сейчас его... Так вот, стало менее активной. Раньше проводились встречи, много мероприятий на уровне Черноморского клуба. Почему? Потому что и фестиваль был задуман как некий культурный сегмент взаимоотношений между странами Причерноморья. К нам приезжали турки, к нам приезжали из Абхазии, из Грузии. У нас были театры из Румынии, Болгарии, Приднестровья. То есть вот этот весь Черноморско-Средиземноморский регион, в принципе, мы должны были охватывать и охватывали. Вот. Но, к сожалению, получилось, что в этом году у нас только театры из Украины. Потому что кто-то боится, кого-то не пускают. Вот какая-то странная ситуация. А осуществлять культурный обмен, что, собственно говоря, всегда способствовало установлению мира, дружбы, ни один дипломат, ни одна дипломатическая миссия не принесет сколько пользы, не создаст сколько позитивного имиджа государства, нежели сделать творческий коллектив. Неважно, это там ансамбль народной песни, или театр кукол. Когда он приезжает в город, приезжает в другое государство, о нем говорят, его слышат. И по этим спектаклям, по постановкам, по песням создается. А это всегда хорошо, это всегда интересно, это всегда искусство, это всегда воспринимается душой. И душа эта создает... Как бы в ней создается мнение о том народе, который представляет это учреждение искусства. Есть ли какие намётки уже на 10-й фестиваль? Который... Есть. Какие? Проводить его. Это хорошо, это очень. Вот, кстати, несмотря на то, что вот проблемы могут быть и прочее, я предлагаю, вот называется Homo Ludens, да, то есть человек играющий. А так как уже 9-й и планируется 10-й, давайте переименуем, будет человек долго играющий. Вот прям так. Вы знаете, да. Но тогда я предлагаю вам все-таки концептуально выработать вот философскую версию. Почему? Потому что Homo sapiens мы знаем, это философская категория. Homo ludens – это философская категория. Вот. А Homo Dolgo Ludens, вот, еще такой философской категории нет. Юмористическая категория. Поэтому, такая. Юмористическая. Пока. То есть я вам скажу, это в принципе может быть. Почему? Некий молодежный сегмент, да? Потому что я не могу уже о себе сказать, что я Homo Dolgo Ludens. Ну да, я уже... Ну, тем не менее, в общем, я мое дело предложить. Да, я знаю, спасибо за предложение. Скажите, пожалуйста, говорят сейчас в Николаеве о возможном совместном проекте с турецкой стороной. Говорят, что из Анталии поступило предложение. Да, поступило предложение из Анталии. Я сейчас, пройдет ажиотаж этот, связанный с выборами, и скорее всего, что я обращусь к мэру города, я обращусь к бизнесменам, которые могут быть заинтересованы в связях с Анталией. Они, там есть, кстати, такое украинское общество в Анталии. Вот, мы к ним обратимся, и, может быть, к примеру, наш мэр города поедет туда, или делегация. То есть такие примеры. Уже общественные есть. Связи, да, как бы сыграют. Связи между городами. И на основе этих связей, пользуясь поддержкой, пользуясь программой, мы можем обменяться постановками. Почему? Потому что я предложил им лесную песню Леси Украинки. Но сейчас они ищут
перевод? Есть ли на турецкий язык перевод лесной песни? Сложно, конечно, да, представить. Да, это сложно, но вот хотелось бы... Просто у нас идет этот спектакль, я знаю, как его ставить. И я знаю, вот я разговаривал, мне говорят, что специфика зрителя турецкого, она немножко другая, потому что они более импульсивные, и они как бы требуют со сцены все время какого-то такого живого действия, очень жесткого темпоритма. Но, в принципе, это все в том спектакле, который у нас идет, это все есть, это присутствует все. Так что, дай бог, может быть, я думаю, что это будет интересно и для... И для нас. И хотелось бы, чтобы Леся Украинка шла в турецком театре. Я Почему бы... нет? Спасибо вам огромное, все понятно. Я теперь буду знать, зачем же альтернативное жюри. Да. И, конечно же, успехов в следующем, в этом году. И всего самого спасибо. Хорошего Спасибо театра. Большое. Спасибо. Спасибо, что вы пригласили. Я думаю, что это будет полезно и для той молодежи, которая смотрит вашу программу, и для нас, потому что общение с вами, это вот мы воспринимаем действительно сегодняшний день не со стороны так, своего груза, там, а со стороны ваших молодых, юных глаз, пылающих надеждой, пылающим будущим, и знаете, знающим, что оно будет. Все про твои глаза. Все про твои глаза. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.